Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов. И сегодня мы изучим с вами все виды прыжков, используемые в тренировках тяжелоатлетов. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Определенные виды прыжков в тяжелоатлетике имеют базовое значение в построении фундамента у новичков. В данном видео мы рассмотрим некоторые виды прыжковых упражнений, которые я бы рекомендовал включать в тренировки. Первое. Это выпрыгивание из седа. Наиболее простое упражнение, не требующее вообще никакого оборудования. Главная задача – это выпрыгнуть и вытянуться вверх, как бы на мгновение зависнув в воздухе. Как будто бы вы хотите допрыгнуть до баскетбольного кольца. Второе. Выпрыгивание на зашагивание. Данное упражнение, помимо развития взрывного усилия на отдельно стоящую ногу, еще и неплохо развивает координацию. Главной задачей по-прежнему остается не как можно быстрее поменять опорную ногу, а как можно выше выпрыгнуть и мощнее для этого оттолкнуться. Третье. Перепрыгивание через барьер. В данном упражнении, помимо самого выпрыгивания в высоту, стоит обратить внимание на группировку во время перелета через барьер, в данном случае через веревку. После выпрыгивания старайтесь прижать колени к груди, как бы на мгновение свернувшись клубком. Так вы минимизируете шанс зацепиться ногами за сам барьер. Четвертое. Самым, наверное, знаменитым упражнением штангистов является запрыгивание на возвышение. Делать его стоит именно с места, без разбега, тем самым учиться тренировать взрыв с места, с мертвой точки, без инерции. Запрыгивать стоит как можно выше, старайтесь залететь не за счет группировки, а за счет того, что вы вылетаете вверх, на определенное расстояние. Тем самым вы научитесь вкладывать усилия для посыла вверх не только себя, но и впоследствии штанги. Вы спросите, а где же прыжки в длину с места? Я не берусь их рассматривать в данном видео как необходимое упражнение, так как основная задача штангиста – это научиться прикладывать усилия для вертикального подъема. Прыжки в длину с места в нашем случае будут больше являться тестовым упражнением, как бы для контрольного норматива, а не для тренировки нужного движения. Основные рекомендации по использованию прыжков в тренировочном плане. Делать прыжки я рекомендую по 5-10 повторений в 3-4 рабочих подходах. Причем время отдыха между подходами нужно делать значительным для полного восстановления, так как это чисто взрывная работа. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.